Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня обалденная новость. Вы сейчас можете приобрести себе наборы по очень классной, приятной цене, и, скорее всего, наборы будут еще дополняться новыми наборчиками. По нормальненькой цене в Стиме можете взять, плюс забрать там, ребят, халявку можете. С 16 по 23 февраля установите себе Steam. Со Стима установите себе танки. И, соответственно, будет вам счастье. А счастье выглядит приблизительно следующим образом. Кто не знает, ребят, Steam — это такая игровая платформа типа Wargaming Game Center, там, где собрано огромное количество разного рода игр, и в том числе World of Tanks Blitz там есть. Заходите в Steam, устанавливаете его, авторизируетесь, ну и, соответственно, у вас появляется ваш Steamчик. Пополняете счет Steam'а через карточку, либо через терминал соответствующие, и вы имеете свой аккаунт Steam с денежкой на нем. Заходите в танках, в дополнительный контент, и, соответственно, видите там все, что сейчас есть на продаже. Давайте спустимся в самый низ и будем анализировать. Смотрите, я Steam'ом пользуюсь, и я со Steam'а уже позабирал то, что можно было забрать бесплатно. Плюс к тому, здесь, когда ты проводишь какие-то действия в Steam'е, тебе начисляются карточки, которые ты можешь продавать, ну и таким образом пополнять свой счет Стима, в том числе, помимо реальных денег. Короче говоря, ребят, смысл в чем? Вот эти вот наборы, они стоят на продаже постоянно. И обратите внимание, что такие машины, допустим, как ДВ-2, коллекционная машина с дополнительными плюшками в виде 7 дней према, X5, вы можете приобрести сейчас, грубо говоря, за 1 доллар неполный. Но если быть точным, то за 90 центов. Если вы смотрите, допустим, вот этот наборчик, то за всего лишь, ребят, 16 гривен, это в переводе в доллары, грубо говоря, там 40 с чем-то центов, то есть неполные 50 центов, вам обойдется 500 единиц золота, 500 000 серебра и по 50 редких бустеров. Что касается вот этого набора, это вообще настолько халява, вы себе не представляете. Вы можете взять себе за 2 доллара, ребят, 2 доллара, вы можете взять себе ФЦМ-50Т, средний танк 8 уровня, 30 дней према, 1 000 000 серебра и по 100 эпических, ребят, бустеров, кредитов на все виды, там, опыта, редкие, там, и так далее, плюс камуфляж, ребят, просто супер, предложения обалденные, за... Вообще, маломальские деньги вы можете получить себе действительно обалденные классные наборы. Плюс к тому, ребят, зайдя в Steam, вы можете бесплатно, я себе уже забрал, вы можете забрать себе бесплатно дополнительные ресурсы. Туда включается премиум аккаунт, кредиты и контейнер с кастомизацией. Ну, в принципе, как для халявы, очень даже годно. Я не спорю, это не 1 000 000 золота или там 1 000 000 серебра. Но, ребят, бесплатно, почему бы и нет, как говорится. Дальше. За, грубо говоря, 9 долларов, ну, хорошо, окей. Ой, простите, за 20 долларов, там, неполных, будем говорить, там, за 19 долларов, вы можете взять себе Boyer Squire. Короче говоря, просто супер, плюс к тому 30 дней према и плюс еще X5. Короче, просто суперское предложение. Можете взять себе за неполные 10 долларов, если быть точным, то за 9 долларов с копейками, Круп 38D. По-моему, тоже таки себе даже прикольно и интересно. Можете взять себе две машины за 11 долларов. Вы можете взять себе Valentino MK9 и AMX40. Это две коллекционки. Да, пускай это не вау-вау машины, но если вы коллекционер, то поверьте, это не так уж и дорого для двух данных коллекционных машинок, которые действительно очень тяжело где-то встретить и увидеть. Я имею в виду, в частности, AMX40. Ну и, ребят, на данный момент есть еще предложение, но оно уже не настолько прям прикольное и интересное. Вы можете взять себе ПЗ-54. ПЗ-54 вы можете взять себе за, грубо говоря, 20 долларов. И, честно говоря, данное предложение, наверное, мало интересное, но в состав набора входит сама ПЗ-шка, эпический камуфляж для нее, 10 сертификатов X5 опыта, 7 дней прем-аккаунта, 250 тысяч кредитов. Я не считаю, что данное предложение действительно, ну, прям интересное и годное, потому что 20 долларов все-таки для ПЗ-шки дороговато, ее проще купить за голду. Но все остальные наборы, не считая этого, они действительно достойны вашего внимания. Заходите в Steam, смотрите, забирайте по годной цене, ну и уж тем более заберите свою халяву. Плюс к тому, если я правильно понимаю намеки, то не исключено, что в наборы сюда, вот список наборов, будут добавляться
еще дополнительно новые наборы, и надо за этим отслеживать в течение ближайших нескольких дней. Поэтому, ребятушки, для всех любителей халявы, ну и для тех, кто донатит и хочет задонатить грамотно, заходите в Steam, устанавливайте себе Steam, ну и, соответственно, пользуйтесь всеми благами скидок, которые сейчас уже начались. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира и обязательно спокойствия. И да, ребят, пожалуйста, подпишитесь на канал в виде благодарности за хорошую новость. Пока-пока!